происшествиям. Ночной пожар в Шадринске. Предварительная причина – взрыв газовых баллонов. Сообщение о случившемся поступило в пожарную часть 30 сентября в час 35 ночи. Как пояснили соседи, взорвались два баллона с газом. В это время в доме никто не находился. Информацию об отсутствии пострадавших при пожаре порталу шадр.инфо подтвердили в службе пожаротушения. По информации ГУМЧС России по Курганской области, огнем повреждены кровля дома и сарай. Общая площадь пожара составила 95 квадратных метров. Всего для тушения привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.